Заехала к нам Рено Логан, стучит глухой стук в пол, и водитель ощущает, и если на пассажирском сидении сидеть, посмотрели, нужно менять втулки и стойки стабилизатора. То есть смотрим, втулки разбиты. Я немного отпустил стоечку стабилизатора, чтобы можно было увидеть, что стабилизатор даже вот двигается свободно. Кстати, обращайте внимание, перед заказом запчастей у нас попалась такая ситуация, что стабилизатор по диаметру 26, программа бьет по ВИН-коду 23,5. То есть пришли первый раз втулки, пришли не те, сейчас ждем другие, 25,5 должны подойти. Для замены нам нужно будет открутить гайку на 10 направляющую и болт выкрутить на 18, который держит подрамник. И можно будет снять скобу. Такой же принцип замены стоек и втулок стабилизатора и на Рено Сандеро. Болты у нас, судя по всему, еще не выкручивались, а может и выкручивались, но только сухие. Лучше всего их смазать негролом. Вот наша втулка. Явно видно, что уже отходила свое. Сейчас придут новые, будет с чем сравнить. Пришли втулки, вот у нас новая, вот старая. Не знаю, вам видно, но разница есть, насколько разбита уже. Поставил уже одну втулку, специально не устанавливал стоечку, чтобы можно было проверить, как предыдущую, на наличие люфта. Ну, как бы сидит туго. Тут звук отдает. Здесь нету еще втулки. Сидит туго, не прокручивается, не люфтит. То, что нам нужно. Со стойкой стабилизатора здесь немного нужно потрудиться. Одному не с руки, поэтому я поддомкратил стабилизатор и сверху, упираясь монтировкой в суппорт, надавлю, чтобы наживить стойку стабилизатора. Оживили и затягиваем до упора. Все готово, никаких посторонних стуков, шумов. Машину можно отдавать. Главное, что
все довольны.